Мастер завода подозревается в нарушении требований охраны труда. Из-за многих нарушений на сахарном заводе в Рязанской области произошел несчастный случай. По данным следствия, нарушения в тот день начались сразу же. Подозреваемый должным образом не организовал работу своих подчиненных, не провел инструктаж по охране труда, не проконтролировал соблюдение технологии уборки территорий, а также применение работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты. Стоит отметить, что он не выдал рабочим валочные приспособления. В тот день шли работы по опиловке и валке деревьев, которые располагались на полях фильтрации. Из-за всех нарушений произошел несчастный случай. Дерево упало на одного из работников. Он получил повреждение, которое относится к категории тяжкого вреда здоровью человеку. Сасовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мастера ООО «Сотницынский сахарный завод» по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ. Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.